Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. Везение, смотри. Везение. Какая тема? Крутая тема на Красивая самом деле. Красивая даже тема. Слово, да, такое везение. Сразу так фантазия пошла. Везение. И что человек в эту фантазию вкладывает? Выигрыш на миллион. Смотри, что он вкладывает. Везение. Ты сказала выигрыш на миллион, да? И сразу смотри, что здесь произошло. Так, никуда. Вот ничто. Никуда. Выигрыш на миллион. И что? И вот сразу, да, такое, прям воздушный шарик надулся, да. Кстати. И, к слову, везение все время цепляют этот миллион, и тут же выигрыш в лотерею. Да. Вот смотри, воздушный шарик сразу. Кстати, Доминикана вся на лотереях сидит, да? А, вот точно. Вот эти дети ленивые, они все хотят быть везучими, точно, выиграть в лотерею. Халява. Точно, там же прям лотереи. Точно, вот смотри. И вот ты сейчас сказала, а я так четко прям почувствовала. Везение, выигрыш на миллион, сразу так... полетели. Издулся шарик, да? Да. А на самом деле, вот человек выигрывает в миллион, а он ему надо? Да. Он чтобы быть счастлив от этого миллиона? В этом везении? Да. В этом счастье? Начинает совершать те действия, которые он не совершал, да? Начинает покупать недвижимость дорогую, начинает покупать еще что-то, либо наоборот прячет эти деньги. Что это дает счастье? Не дает счастья. Это меняет как-то жизнь? Не меняет, зачастую разрушает эту жизнь, потому что успевает переругаться со всеми родственниками. Это о счастье? Это не о счастье. Так тогда что такое везение? У нас везение ассоциируется со счастьем, а по факту вот этот миллион, если его брать из шаблона социума, не дает счастья. Ну вот момент, когда тебе вручают сертификат, я счастлив, и все. А знаешь, наверное, почему? Потому что везение... Само слово «везение» ассоциируется, знаешь, с чем? Что ты будешь вести? С завистью, с во мне, да. Я смотри. Такой крутой, я молодец, я выиграл. Смотри, воздушный шарик. Эго надулось так. Я везучий. Эго надулось. Смотри. И пустышку бах. И обляпала соседние шарики. Для того, чтобы родить новые истории, в которых будет проработка зависти, крутости, понтов, точно, реализации. Опять-таки игры с недвижимостью, игры с движимостью, игры с родственниками. И пошла. Жизнь изменится. В какую сторону? В напряжение. Да. Потому что вместо того, чтобы туда запаковать информацию, я счастлив, идет, я выясняю отношения, я, и эго разлетелось и окрасило все. Потому капец, что человек был не в себе, а снаружи. Вот этот выигрыш на миллион, на самом деле, а везение это о чем? Если брать слово, кстати, мне слово везение не нравится почему-то, как будто человек повезет что-то, какие-то отработки на себе. Точно. Ну вот у смотри, меня ассоциация везение, да. На тебя наложили. А ты так раздутый. Ты раздулся и везешь, и шаг такой. Да. Офигеть. Слушай, точно. Класс. А на самом деле, если брать действительно суть, когда человек хочет быть счастливым, да? То тут другой подход. Он тогда изнутри должен быть, этот подход. И смотри, вот тот подарок, который мы приготовили людям на тех, кто придут на коллективное погружение. Везение. На везение, да. Название остается прежнее, а начинка, так оно снаружи, а так начинка изнутри. Да. Я когда думаю об этом, у меня просто у самой. И это о счастье. И это о счастье. Потому что это изнутри. Потому что для нас, вот опять-таки, если люди думают, что мы будем что-то делать для них, нет, мы это делаем для себя. Потому что мне на сегодняшний день очень сильно интересны коллективные погружения. И, ой, блин, я сейчас буду говорить циркогрубые вещи. Блин, сейчас поперла? Я люблю. Давай. Вот смотри. Есть разные уровни сознания. Я постараюсь просто... Вот основная масса людей, ну, общество
есть три слоя, которые сейчас находятся в осознании, да. Угу. Это вот этот молекулярный бактериальный уровень, да. Угу. Это там рептильный уровень и это уровень животный. Вот это три уровня, которые сейчас в отработке у человека. Но бактериальный он как-то так продвигается, вот этот, но болезни есть еще, да, и туда тоже углубление есть. То есть пока в нашей вот этой трешечке оно есть. И получается для расширения человеку вот в проработку идет следующий слой, когда он познает себя человеком. Но в центре бактерия и дальше вот эти слои есть. Так вот, если учесть, что все общество имеет примерно один и тот же уровень развития, примерно, и в этом обществе отфильтровать тех, а мы фильтруем уже тех, кто познает в себе суть человека, сознание человека, да, отфильтровано, значит, мы имеем примерно одинаковые тетраэдры, которые гармонично, как матрешечка, да, складываются, как пластиночки. Угу. И теперь смотри, если мы имеем систему сознаний, которые идентичны по своим свойствам, то мы можем объединить эту систему и проработать единый алгоритм перезаписи. Когда ты записываешь на одном, а проходит, прошивается вся система. Это как стопочка-пластиночка. Угу. Суть пластиночка. Угу. С информацией диск. То есть это одновременная перепрошивка стопочки дисков. Угу. И теперь смотри, как это сделать. Сделать это можно только через суть. Понимаешь, о чем я говорю, да? Входим, и разворачивается информация. И эта информация будет прошита через луч внимания и через интерес, через все. Угу. И таким образом одновременно мы можем работать с большим количеством людей. И остается ключевой луч внимания. А это значит, каждый человек через свой луч внимания говорит: «Да, я работаю сам». И в этот момент он работающий, и я работающий – это одно. И ты работающий – это одно. Создается одно объединение сознаний с целью. И в данном случае с целью частотность вывести в счастье. Угу. И изменить сценарий жизни так, чтобы человек был счастлив. Это перевод человека на другой событийный ряд. Осознанно. Причем это осознают и он, и мы. Но ему самому пойти на эту глубину нереально сложно. Это несколько лет тренировок. Эту глубину мы помогаем. И его, захватывая в свой луч внимания, делая. Смотри, что такое луч внимания? Суть. Суть. Вот это захват височков. Угу. А что ты хотела, буду говорить грубо? Или что ты там? Ну-ка. Про животные вот эти вот уровни. Поэтому. Понимаешь, то, что они все одинаково. Ведь, ты привыкла, что обычно говорит. Просто, людям же хочется слышать, вы же боги, вы же классные. Вы классные. Давайте отработаем животный уровень. Потому что сейчас какие-то животные боги. Или боги животных. Осознать надо. Животные тоже обладают сознанием. Когда ты живешь на инстинктах, то о каком боге идет речь? О боге собачки, о боге кошечки, о боге зверюшки. Я сейчас хорошую вещь сказала. Вот действительно, люди как диски, да? Вот эта стопочка. С одной настроенные на одну суть. Настроенные на одну суть. И тогда очень можно точечно действительно помочь. Перевести, да. Ну вот, понимаешь, опять-таки, для кого что будет везение? Да, для кого-то это выздоровление, для кого-то это деньги, для кого-то это любовник хороший, для кого-то это вот просто супер-классная ночь и секс, которого не было там 10 лет. Вот у каждого будет же свое, да? А что объединяет, вот суть объединяющая, все вот это?
Состояние счастья. Угу. И мы можем привязаться к состоянию. И это ведь не обязательно, действительно, ты сейчас говоришь, это ведь не обязательно там к осознанию всей игрушки, там, всей симуляции. Нет. Это нет, именно осознание от этого их шире не станет. Да, это просто счастье. Да, не станет шире от этого. Нет, это человек не проделал путь. Именно счастье. Это просто счастье, это просто и перевод на линию, на счастливый сценарий. Да. Все, щелк, и дальше еще у человека будет выбор, потому что всегда зазеркалье сработает. Оно спросит, так ты действительно хочешь быть счастливым? И в этот момент, что человек заказывает? Другой момент, соображает он, что он заказывает или нет. Те люди, которые соображают и расширяются, они этот момент ловят и говорят, да. Да. А если я здравствуй, дерево, то родился баобабом. От этого лучика и пошла, и как пошла, ты говоришь, остановочка. Да. Я постою до Парижа, далеко, мне здесь хорошо кормят. Да, 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 да. Это все как в инфодайвинге, да? Да. Наш поезд идет. Да. Ты можешь ехать, можешь не ехать. Да, можешь сойти на остановочку. Можешь постоять и подождать следующий. Точно. А вот через тысячу лет еще один приедет. Я говорю, инфодайвинг – это суть. На самом деле это глубочайшая суть вообще. И вот смотри. Суть сути. А в свое время, когда был жив Олег Гребенюк, по сути дела, он отфильтровывал гипнотизеров, которых я потом приглашала в Беларусь. Да? То есть он очень сильно, серьезно, глубоко занимался гипнозом, был очень хорошим гипнотизером. И получалось так, что мне даже много времени тратить не приходилось на то, чтобы осознать, там, насколько человек как работает, как он обучает. Олег говорил, вот этот мужик интересен, приглашай. Вот. То есть он уже находил, он суть эту знал. И у него была присказка такая. Он говорил, Натаха, наш поезд чухает, а успели они, не успели, это их проблема. Поезд не ждет на остановках, пока ты свои чемоданы дотащишь. Может, имеет смысл бросить и добежать. И я все время, когда вспоминаю Олега, у него было неповторимое чувство юмора. И на самом деле он всегда отражал суть. Видишь, а скажи, в каком возрасте он ушел? Около 50. 50, да, 50. К чему мы с тобой пришли? Да. Плюс-минус в этом возрасте, именно в этом, есть черта, которую перешагнув. Невозврат. Угу. И ты знаешь, я тогда переживала очень сильно, потому что реально он очень большое значение для меня имел. Но видишь, как Олег ушел, получается, наверное, 30 октября, 2 ноября, где-то вот в этом диапазоне. То есть самое-самое, первое число ноября. Угу. Конец октября, начало ноября. Угу. И вот это был 18-й год. Угу. А 8 декабря родился инфодайвинг. А 16 декабря я к вам пришла, здрасте. И получилось, что вот там была тоже точка. Точка такая, точка бифуркации, точка выбора. Мы идем в гипноз, угу, или мы идем в другую сторону. Ну, видишь. И гипноз вот в тот момент. И он показал, что... Нет, да. И гипноз, он же тогда начал, он в тот день должен был начаться его семинар по гипнозу, и он в этот день не доехал до семинара, умер скоропостижно. Просто упал и умер. Угу. И вот на этом остановился гипноз. Угу. То есть наши встречи на клубе, то, что мы проводили, то, что я уже сама вела, Олег уже не часто там бывал, у него свой клуб был, но получалось, угу, вот это направление в гипноз, оно как бы раз и сомкнулось, а при этом пробился инфодайвинг и пошел движение в обратную сторону, вовнутрь. И вот с этого момента начался инфодайвинг, он же тоже случайно начался. Кстати, где-то в это же время, когда Олег умер, на клубе тогда пошли первая информация, она начала попадать в точку, причем тогда одновременно информация шла у Андрея, у Натальи Лары, у еще одной Натальи, у Лены, у Олечки, у Артура. Ну, наверное, больше всего бреда нес тогда Артур,
Вот. Но тогда много людей, у кого получалось. Очень хорошо на фортепиано тогда получались озарения. Но там было сложно. На жизненный опыт очень сильно накладывала Юля. То есть мы тогда со всех сторон заходили. Угу. Потому что гипноз, он же относился к чему больше? К спорту, творчеству и здоровью. Да? Угу. И мы тоже со всех сторон заходили. А потом уже где-то к концу ноября мы попробовали первое предсказание по телевизору, ну, в смысле, по компьютеру, когда мы в онлайне начали брать людей и угадывать. Тогда это была угадайка. Информацию доставить. В конце ноября? Да, конец ноября. Не в конце декабря? В конце декабря это уже пошло массово. А первый стрим, наверное, был последние числа. А может, и начало декабря? Нет, это при мне было. При тебе было уже? Было при... Первое стрим... А, нет... Я уже была, это при мне было в плане, я уже прошла, вот я была уже, то есть познакомилась с тобой 16 декабря, и после этого пошли стримы. После этого, Наташа, пошли стримы. До этого стримов не было. А до этого, наверное, на клубах еще загрузки были, когда клубы первая были. Информация да, пошла. Да, да, я вот. Это очень хорошо, что при мне пошли стримы. И вот пошли, тогда были у тебя на стримах люди, да? А сейчас я вспоминаю, это опять-таки момент был тренировочный. Кстати, с точки зрения тренировок очень хороший момент. Но момент очень сильно накачивающий эго. Угу. Смотри, как полопалось эго. Просто повздувалось и полопалось. Кого удержал за жабры, тот удержался. Кого не удержал за жабры, разнесло. В пустышку разнесло. Раздуло, да, и все. Вот. И получается, что вот этот момент, как тренировка, я его у себя держу на галочке. Угу. Возможно, когда-нибудь мы к ним вернемся. Потому что знаешь еще, чем он хорош? Тем, что выдувает тех, кого точно. Потом в дальнейшем не примет магия. Точно. Оно просто смывает, эго смывает. И получается, ты знаешь, как золото ты фильтруешь, вот, в реке промываешь. Как сито. Да, как ситечко. И у тебя получается вот за счет вот этой работы... Чистенький бриллиантик. Вот эти вот чистенькие ты потом уже смотришь, с кем работать в индивидуальных тренировках. У тебя нету... Так все хочу, все хорошие, как сейчас у нас говорят. Все шли в магазин, все стояли на остановке. Все оказались случайно, да? Вот... Здесь точно так же. Все хорошие. Как ты это фильтруешь? Угу. Точно. Надуваешь эго. Точно. Да. Обляпала все. Иди, чувак, тренируйся, не в этой жизни. Точно. И все. И это реально очень крутой фильтр. Я у себя на галочке это держу. У нас этот опыт есть. И нам все равно надо будет... у меня есть желание, чтобы у нас была очная команда здесь, в Беларуси, не где-то на земле богов. Более того, у меня даже есть сумасшедшие мысли о месте. Вот, одно дело Минск, но есть... помнишь, когда мы путешествовали, я показывала там одну территорию. Там вообще офигенная территория, где можно было бы сделать офигенную базу. Вот. Но это тоже не сейчас. Всему свое время. Но уже семечко закинуто. Семечко закинуто. У меня много семечек закинуто, на самом деле. Но, видишь... Да, ты такой сеятель, между прочим. Там. Понимаешь, какое дело? Так в жизни получилось, что когда я занималась бизнесом, я пересекалась в работе с инвесторами. Я пересекалась с Прибалтикой, я пересекалась с Россией. И вот после этих моих пересечений, моего персонального травмирующего опыта в бизнесе, вот я поняла, что я никогда не хочу иметь инвестора. Угу. Я все сделаю на свои. А для того, чтобы сделать на свои, надо свои заработать. Поэтому сегодня моя теория, как выстраивать бизнес, она строится с нуля всегда. Да? Как человек в своем сознании меняет свое сознание таким образом, чтобы начать управлять деньгами и, соответственно, в дальнейшем расширить просто эти нули. Да? Для того, чтобы не пользоваться кредитами, не пользоваться заемными средствами, не приглашать людей, которые будут инвесторами. Угу. Потому что американский инвестор отличается от российского очень сильно. Своим сознанием. А российский инвестор, он считает, что он тебя купил. И ты будешь делать то, что он скажет. И это капец для инфодайинга.
Вот. И поэтому даже, вот, кстати, в коллективном бессознательном, я сейчас вычитываю книжку, там был инсайт, когда ночью пришел мне расклад, как идти, да, и там мое подсознание защищало меня от меня играющей, да, чтобы я не натворила, чтобы ничего, чтобы мое, ну, чтобы инфодайинг оставался жить. Да? Потому что один раз, введя инвестора, можно поставить крест на всем направлении. Угу. И я это понимаю. Вот. И поэтому медленно, но верно, я понимаю, что здесь вот этот оборот, дальше пойдет вот этот, это вкладывается туда, это туда, это туда. И цепочка вот эта простраивается, исходя из точки ноль. Опять-таки по золотому сечению. Разворот, все идет по золотому сечению. Поэтому оно все будет хорошо. Можно, как мне сын все время говорит, мама, ты не права, там можно прыгнуть сразу. Ну, прыгни выше головы. Не факт, что ты не блоха в банке, и ты не ударишься головой о крышку. Угу. Но когда ты четко видишь, куда ты идешь и как, и зачем, тогда все становится грамотно. А в эту сторону никто не ходил. А это и о целостности. Да. Это и о целостности. И полностью взять ответственность, но это о целостности. Да, 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 да. Поэтому мы просто потихоньку все выстроим. А те наработки, которые у нас были, у нас было очень много хороших наработок. Угу. Те наработки будут нам в помощь. И вот эти вот фильтра у нас так и останутся. С эго, с этими вот пришли подружки, да? Угу. Да. Все останется для того, чтобы в дальнейшем уметь действительно давать людям путь сейчас на свободу. Сейчас у нас с тобой, видишь, тоже. Сейчас на самом деле у нас этап обновления в жизни. То есть разворачивается новый уровень. Новый, да. Разворачивается, потому что интересно сейчас коллективные игры, да? Интересно познать коллективное для того, чтобы этот вот уровень сознания схлопнулся и чтобы мы перешли на другой уровень сознания. Да, да. А это осознание коллективного. А как ты можешь осознать коллективного, кроме как через свой опыт? Угу. Вот опыт, вот тебе коллективное погружение, вот тебе коллективная работа. И ты в какой-то момент осознаешь все, как работает, оно схлопывается, расширяется, ты переходишь на следующую именно ступеньку. Так. Да. Поэтому сейчас идет вот именно вот этот момент. Угу. И в то же самое время нельзя оторваться от реальности, поэтому для этого будут практикумы. Угу. Да. Обучающие программы, они уже, если будут, то только по коллективным играм. Все, что касается индивидуального развития, вот видеозапись. Угу. Потому что повторять и тратить на это время нет смысла. Нету смысла вообще. Самое ценное это остановка. Время. Самое ценное время. Да. Его надо действительно очень экологично распределять, использовать под задачи. Угу. Да. Как они все дружно к нам пришли, а? Собаки мои. Скоро собака моя будет на улице гулять. Вот так будешь, да? Пузико выставила, и все. Ей хорошо. Стричься, я на скоро поедем. Они скучали без тебя? Конечно. Конечно же скучали. Как они были счастливы, когда их Ира приехала, Гена. Джессика ж ведь тоже скучала, бедняжка. А смотри, какая разная реакция. Джессика, она просто сметала все на своем пути от счастья, когда видела, да? Когда приехали. Ага, и кошка, да? А кошка совсем по-другому реагировала. Ну, кошка обиделась, кошка. Она шипела и не подходила. А потом типа простила и пришла спать. Типа простила, и да? При этом снизошла. Снизошла. И при этом и кошка, и собака очень сильно похудели. Видишь, то есть они переживали, и одна переживала, да, вторая переживала. Да. А видишь, а отношение какое по-разному? Отношение, да? По-разному. Собака готова была залезать всех до смерти. Искренне, она открыта, она без всяких. А здесь такая. А кошка нет, да. Кошка такая пошипела, сыграла роль обиженной. Все как женщина, да? Угу. Все с масками. Угу. Пошипела, обиженная, а потом все, потом включилась и уже счастлива. Угу. И уже все хорошо.
А это вон, видишь, счастливый язык на бок и балдеет, пузо выставил. Да, лохмопудрочки все мои. А, будем стричься. Не любят они стричься. Не любят? Mm-mm. Стричься поедем? Стричься. Марта, стричься поедем? Да, поедем стричься. Ну хорошо, готовы. Так вот, возвращаясь к вопросу везения. Вовка, вырежешь потом кусок. Да, вот, ну тут. Возвращаясь к вопросу везения, так все-таки ВОЗ вести или летать на крыльях, на своих собственных, расправить и идти в счастье. ВОЗ вести, ты будешь ВОЗ вести счастливая? Ну, и, конечно. Две минуты, но... потом... О, много, да? Много. И потом... Тянешь, да? И устал. Блин, здесь так можно уйти в эту тему. Ага. А когда ты на крыльях любви и счастья, на крыльях, то ты летишь, ты свободен. Ты свободен. Вот это о счастье. Так вот смотри, выигрыш миллион не дает свободы. Угу. Наоборот. Наоборот. О деньгах надо заботиться. О новом статусе надо заботиться. О понтах надо заботиться. Блин, столько. Это нагрузка. Вот тебе и везение. Смотри, как мы... Какие этом... подмены в сознании человека. Угу. А человек мечтает ВОЗ вести, чтобы ему повезло. И он думает, что его кто-то повезет. А кто тот, кто его повезет? Точно. Это его отражение. Точно. Тебя твое зеркало повезет? Так значит, кто везет? Да, точно. Целый ВОЗ. Целый ВОЗ. Себя. Это все об этом. О счастье. Ой, здесь можно так рассказать. Я прямо вот почему-то сейчас прям чувствую тему. Вот знаешь, в каком плане вывернуть вот просто везение. Если начинаешь туда углубляться, то ты в итоге придешь к тому, что я не хочу везения. Да. Просто вот именно так, что везение на самом деле это раздутое эго, которое приводит в никуда. В никуда. Смотри, ровно к таким же выводам я пришла много-много лет назад. Был такой клуб миллионеров. Он и сейчас, наверное, есть, не знаю, я не следила за ним. Угу. И мне все говорили, как же, надо в этот клуб стремиться, надо попасть, надо там, там встречи, там тусовки, там бизнесмены. Угу. Мне показывали красивые фраки там, и так далее. Угу. А я садилась тогда и не понимала, я просто видела вот эту напыщенность, надутость. И первое, что я видела, это как на этой надутости сделать деньги. Ну, вот иметь, мягко потому говоря. Потому что это суть. Да. И я понимала, что люди, которые туда лезут, как мышь на крупу, да, они этого не видят. А вот. И у меня даже был момент, когда разговор был как-то, мне говорят, ты что, не хочешь быть миллионером? Я говорю, нет. Почему? Потому что за деньгами надо следить, заботиться и так далее. Говорю, а если, говорю, спросить по-другому, поставить вопрос, ты хочешь иметь хорошую недвижимость, ты хочешь иметь хорошие автомобили, ты хочешь путешествовать по миру и так далее, да, хочу. Говорю, ну смотрите, разница какая. Это для меня, а это я обслуживаю. Угу. Разница. Ведь не я обслуживаю свою недвижимость, автомобиль и так далее, они служат мне. И у меня отношение к автомобилям, ко всему. Я выбираю то, что мне удобно, то, что мне надо. Мне не надо много там с большими размахами. Но будет то, что надо. Надо проходимость по грязи, значит, будет дизель и механика. И при этом я счастлива и свободна. И я счастлива и свободна. А здесь деньги, и я зависима от них, получается. Мне надо заботиться не о себе, а о них. О деньгах, да. Я тогда для них работаю. Да. Я для них живу. Да. Для того, чтобы надуть пустоту и сказать, что я состою в клубе миллионеров. Ребят, вы что, больные на голову? Что ли? Направление сознания куда? Туда или сюда? Не, этот мир для меня. Я его создаю, чтобы ловить кайф. Никак иначе. А не я обслуживаю мир, который, может быть, когда-нибудь мне подарит кайф. Нет. Направление другое.
Вот о везении то же самое. Поэтому ключ вместо везения, вообще правильно говорить, счастье. Счастье объединит все параметры. Оно объединит и здоровье, там, и секс, и да, то, что человеку надо, и деньги в том числе. Но при этом, смотри, когда мы говорим о счастье, мы говорим о проявлении человека, о его действиях, о том, как он играет в этой жизни, что он создает в этой жизни. Ответственность на человеке, и действия на человеке, все на человеке. А когда мы говорим о везении, ой, мне Бог даст кусочек сыра. И тогда здесь пустота. Ну, либо спала. Я никто, мне дадут. Да. И потом лохотрон, как в Доминикане. На каждом углу. Лотерея, 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 лотерея. Смотри, я никто. Мне этого везения там, я жду вот туда. Я никто. И это вот никто, оно и живет. Никто, никто. Идет деградация. Идет деградация. Подход изначально другой. Подмены, как с любовью подмены, как со всеми параметрами жизни. Все, везде вот отсюда и сюда. Да, да, да. Везде направление движения другое. Кстати, по подменам, вот в этой книге «Коллективное бессознательное», она офигенная. Я сейчас читаю, я понимаю, мы такое количество подмен разложили, что людей мозги будут заворачиваться, ведь это они так живут. Это они так себе врут. Они так от себя прячут жизнь. Уворачиваются и так далее. Там вообще, я сейчас читаю, понимаю, какая офигенная книга, но при этом она настолько сложная с точки зрения психики, что для того, чтобы ее взять как Эверест, надо надсознание, подсознание, подсознание счастье. А если будет еще управление восприятием, чтобы еще ее тренировать, вообще идеально. Но у человека есть шанс. Есть шанс пройти этот путь, потому что это про развитие сознания. Это, в принципе, глобальный ответ на вопрос, зачем ты пришел в эту игру. Не просто менять автомобиль на автомобиль, квартиру на квартиру, и иметь кучу денег, и уйти на кладбище голым, и сгнить вместе с сознаниями червячков, жучков, перетечь в следующую инкарнацию. Нет. Боги заснули. Боги заснули и отупели. Ушли в игры. И поэтому раз причем играют не они. Позарились, да. Да, играют. Причем играют жучки, отдали права все. Да. Ответственность повыносили. Все, ну, потому что это тело бренное, оно никому не надо. Да, с чего начинается? Да, бренное, с этого же начинается бренное тело. И играют жучки, паучки, животные, медузки. Ежи с ними, скатики. Поэтому. Кто разлагал, тот и играет. Мы такую суть с тобой сейчас произнесли вообще. Ну, потихоньку вода камень точит. Из общества потихоньку будут уходить подмены. Пора людям становиться людьми. Приходит время. Иначе вперед игрушки нету. Об этом говорили майя. Иначе... Да. И перезагрузка. Майя действительно говорили. Майя об этом говорили. И они правильно говорили. И везде об этом говорилось, даже в той же Библии. Конец света. Он двойной. Но он, естественно, он однозначен. Игра должна завершиться. А как она завершится? Взрывом или расширением? Это уже от развития человека. А на самом деле будет и так, потому что это тетрайдер, и в зависимости от того, какая часть будет реальной, какая зазеркальной. И в каком поезде ты будешь ехать, справа или слева? Или слева, да. Спишь ты или ты не спишь? Да. Потому что реальности у каждого разные. У каждого своя реальность. Смотри. Блин. Жалко, что камера стоит. Смотри, бутерброд. Мы говорим, бутерброд остается. 7 слоев. Да? 7 слоев. 3 и 3, а посередине этот. Интеллектуал. Действительно, два конца. На расширение и на взрыв. Потому что у нас, с чем складывается при переходе? Да, это туда отразится или это туда отразится.
смотри, одно исчезает, но оно не, не исчезает, оно как отжимается, да, а второе переходит на наполненный, там это, вот он взрыв, и вот оно расширение. Вот оно расширение, да. Прикинь. Одновременно и то. Одновременно. Да.